работать на дядю или вести свое дело. Наверное, каждый хоть раз задумывался над этим. Если первое кажется самим собой разумеющимся, то на второе бывает сложно решиться. Какой бизнес организовать? Принесет ли он достойный доход? И сможешь ли ты самостоятельно справиться со всеми трудностями? Вопросов становится все больше и больше. Ответить на них мы постараемся сегодня в очередном выпуске программы «Территория занятости». Одно из перспективных направлений работы Госслужбы занятости населения сегодня – это помощь безработным гражданам в организации самозанятости. Все, кто стоит на учете в центре занятости, могут попробовать свои силы и воспользоваться этой услугой. Те граждане, которые уже ориентированы на эту деятельность, первоначально стоящие на учете, проходят тестирование, значит, на выявление склонностей, способностей и готовности к организации собственного дела, к реализации этого своего проекта. Значит, те, кто успешно прошел тестирование, они, значит, потом приглашаются на семинары по самозанятости, на которых, в общем-то, им дают основы, значит, налогообложения, форма отчетности, значит, тех документов, которые необходимо завести. Значит, ну и, конечно же, в целом, значит, то, что как поддерживается бизнес у нас, да, какие формы семейного предпринимательства, ну и так далее. Значит, вот те, которые, получается, уже и после этого, в общем-то, не расстались с этой идеей заняться предпринимательством, они уже тогда начинают готовить бизнес-план, тогда, значит, работают с нашими специалистами. Как только все документы готовы, они попадают на рассмотрение в конкурсную комиссию. И только лучшие из лучших могут рассчитывать на финансовую поддержку в размере 58 800 рублей. Достаточно ли этого на открытие собственного дела? Все зависит от вида бизнеса, который вы решили организовать. 2 года назад в городе Шумерле новоиспеченный предприниматель Надежда Сымулова решилась вместе со своей подругой открыть медицинский кабинет. Идея пришла давно, но медицинская деятельность, чтобы ей заниматься, нужно это все пролицензировать, нужно закупить оборудование. Денежных средств на момент нету. Пришлось принять участие в программах поддержки среднего и малого бизнеса. Мы получили эти денежные средства, израсходовали их на приобретение холтеровского мониторирования. Подобные мониторы есть в городской больнице в количестве 4 штук. Естественно, их не хватает. Даже в таком частном медицинском кабинете выстраиваются в очередь. Благодаря такому потоку затраты на приобретение мониторов удалось окупить за год. А предприниматели смогли расшириться, поставить аппарат УЗИ и пригласить на работу специалистов из столицы республики. В перспективе медицинский кабинет здоровья превратится в настоящую частную клинику. Под новое здание уже куплена земля. Но к строительству пока приступить сложно. Затрат потребуется немерено. Было несколько раз, что я, наверное, жалела, и было очень тяжело. Тут и хотелось все вот это, наверное, закрывать, но уже как бы начали, хочется уже, да, вложено очень много, все вот это. И когда приходят наши пациенты и говорят спасибо, и это все вот взбадривает, и все дальше, дальше хочется для наших горожан. Наши же горожане сейчас не ездят в Чебоксары, вот, неврологу, вот, эндокринологу. Бывает, что люди, получившие субсидию от Госслужбы занятости, оказываются не в силах вести свой бизнес. Если они закроют дело в течение первых 3 лет, им придется вернуть деньги государству. Поэтому подходить к получению такого рода услуги нужно со всей ответственностью. Граждане, прежде чем решить открыть собственное дело, они, конечно, я думаю, проводят мониторинг, чтобы, так как они должны определенное количество времени вести, так сказать, свой бизнес, да, и не быть в убытках, потому что цель любого бизнеса – это извлечение, получение прибыли. Вот. Поэтому, конечно, сначала люди прицениваются к
современному рынку потребительских услуг, а потом уже принимать решение, что стоит ли им этим заниматься. Ну и, конечно, учитывается и образование, и имеющиеся навыки. На селе в первую очередь оформляют бизнес-планы на ведение и реализацию личного подсобного хозяйства. Городские жители в основном предпочитают открывать мастерские по оказанию услуг. Вера Евстигнеева с детства грезила стать парикмахером. Ее мечта стала явью 5 лет назад. Сегодня в ее собственном салоне не бывает случайно зашедших клиентов. Все время расписано наперед. Однажды я услышала, что у нас в городе появился парикмахер с очень, так скажем, новаторскими идеями. Но я в то время находилась в декретном, и мне хотелось выглядеть более презентабельно. Я нашла этого парикмахера, и с тех пор, вот уже на протяжении, наверное, 7 лет посещаю данную парикмахерскую. И парикмахера не собираюсь пока менять. Несмотря на то, что парикмахерские сегодня на каждом углу, Вера уверена в завтрашнем дне. В условиях, наверное, кризиса, вот так, как сейчас наступил, выживает сильнейший, и надо проявлять все-таки мастерство, потому что нас стало очень много, и уже если ты любишь свое дело и хорошо относишься к своим клиентам, хочешь для них многого чего добиться, то можно выживать. Основным критерием отбора для бизнес-плана Веры стало предоставление рабочих мест другим. С одной стороны, это увеличение отчислений предпринимателям в пенсионный фонд, с другой – сокращение безработицы в городе. Бизнес должен быть целесообразен и полезен для данной территории. Еще один успешный бизнес в Алатыре смогла организовать Елена Нешина. Она стала одной из первых, кто воспользовался программой господдержки. Если честно, мне просто подсказал брат. Я осталась без работы. Вот. Он говорит, а ты что сидишь? Вот сейчас такое вот в газетах пишут, по радио объявляют. В Чебоксарах живет. Почему не попробуешь? У тебя возможности такие есть. Я просто совершенно случайно зашла узнать. Так вот. Не вы боялись? А бояться некуда было, ребенка воспитывать надо было на что-то. Вот и все. Работы не было. Идея Елены стала изящным решением выхода из ее сложного положения. Ей не пришлось дополнительно вкладываться, чтобы купить дорогостоящее оборудование. 58 тысяч вполне хватило, чтобы приобрести швейную машинку, оверлок и снять помещение в торговом центре. При торговых домах еще в советское время даже, всегда был какой-то небольшой цех такой, который обрезали рукава, подгибали или что-то такое. Вот. А здесь у нас такого не было. Торговый дом – это вот тоже самый первый у нас здесь в Алатыре. За время вот работы, я, наверное, 4 года работала, очень много клиентов стало. И я просто не стала справляться. Пригласила подругу, она тоже воспользовалась этим, для того, чтобы, ну, добавочно купить еще машинки, вот, фурнитуру приобрели добавочно, и вот теперь работаем вместе. Пользуюсь постоянно, прихожу к девочкам очень часто, прям часто. В основном вышиваю юбочки, пуговки, пиджачки, подкладки меняю, то есть пользуюсь всеми видами услуг девочек. Я считаю, что очень удобно. Здесь торговый центр, здесь продают вещи новые. То есть можно укоротить брюки, укоротить рукава у пиджака. Это очень удобно здесь. За 2014 год по программе содействия в организации самозанятости населения в Чувашии были поддержаны 555 безработных. 153 из них получили субсидию в размере 58 тысяч 800 рублей. Возможно, не всем им суждено стать успешными предпринимателями, но это может стать отличным стартом для будущих побед.